Станислав Александрович, главные уроки сегодняшнего матча, на ваш взгляд, какие? Второй матч за 4 дня после тяжелого сбора. Понятно, что эмоциональная составляющая оставляла желать лучшего, но мы правильно расставлялись, как бы геометрически играли. Другое дело, что вот этой свежести и легкости, и эмоций, которые мы хотели сегодня увидеть, и напора, до конца не было. Естественно, радует, что мы сложный матч довели до победы. Игроки, которые вышли на замену, добавили. Это и радует. Единственный минус, конечно, что два игрока были заменены по травме. И надеемся, что у них ничего серьезного нет. Хотя предпосылки того, что Кудряшов может нам не помочь, есть. Что касается соперника, то он не добивался больших успехов в последних матчах, но проявил себя достаточно живой, интересной командой. Вот что, скажем так, было наиболее сложным, да, в игре против такой команды? Сложно, потому что они против нас готовились, они вышли в другой системе, нежели последние матчи. Они сыграли зеркально против нас, достаточно компактно, зло, для них это раздражитель большой, как сборная России, поэтому они эмоционально хорошо были готовы. Другое дело, что, еще раз повторяю, мы после тех тренировок, которые были на сборах, это все так перерабатываем, что ли, внутри себя, и надеемся, что мы будем намного свежее и, естественно, лучше. Как будет построена уже подготовка к первой игре Евро? Как вот команда проведет эту неделю? Мы уже с 20 числа вместе, уже 2 недели. Вот после игры я им дал съездить к родным, они побудут 1 день дома, завтра к вечеру соберутся, и мы уже безвылазно, что в Новогорске, что в гостинице, уже будет пузырь, или как это там называется, к нам никого не будет допускать, и мы уже будем от мира оторваны. Всем спасибо.